Кукую! Кукую, ёпты! Там, прикинь, 10 утра сегодня. Всего 10 утра? Так рано. Мы решили потратить очередной день жизни на попытки вновь стать актерами, стучаться во все двери и говорить, нужны ли вам... О! Дружим на руку костюмерную, мы не будем стучаться. Ищем кастинг отдела и зайдем сейчас. Будем пробоваться. О, орехи появились. По 40 рублей, это нормально. 40. Только 40 рублей нету, к сожалению. К сожалению, нет, еще не заработали. Короче, сели на мель. Ну, как всегда, полны энтузиазма, бодры. И вот хотим все-таки доказать и стать актерами, может быть. Там есть актеры, нет? Закрыто. Выходите. Мы знаем, что вы там. Хабенский. Выходи. Я всегда говорю, если куда-то берут, как ты попал? Я говорю, через постель. Пусть думают, что так и есть. Это известный актер Виталик. Фамилию только его забыли. Чашкин Виталик. Доктор Чашкин. Он снимался в «Аватаре», в «Терминаторе» во втором, в «Титанике». Он там плыл на лодке. На льдин. Да, возле Ди Каприо. Я как раз изображал этот, как его, айсберг. Вот они сидят. Давайте познакомимся с каждым. Итак, добрый день. Вас как зовут? Элиза. Велина, что вас привело в мир кино? Просто. Просто, понятно, идем дальше. Не Элина, Элиза. Элиза, извините. Мне не надо. Так он... Ну что, интервью берете? У него алименты, вы поняли. Ольга, это бригадир, помните ее вчерашнюю грудь мы снимали, да? А вам дадим вип-домик. Отлично. Выбирайте себе жениха. Стекольщик. Секунду, подготовить жених. Оп. Подготовка. А теперь холодильник. А теперь фикус. Ну, давай. Схожу, короче, на кастинг, блядь. Он говорит, вы с какого агентства, блядь? Я говорю, ну я не с какого, так пришел. Какой, говорит, проект? Я говорю, ну на любую, которая у вас проводится. И взял, блядь, сука, дверь закрыл, блядь, пидорас, сука, толстый, ебаный, блядь. Хуйня, сука, блядь. Вот как он может судить, да, допустим, какой человек актер, если он даже как бы его не слушает, да? Ебаное, сука, образование это актерское. Вот там, оно мне нахуй не надо, это образование актерское. Человек, он либо актер, либо не актер, блядь. Учиться, это, блядь, ползать, это, блядь. Я читал Станиславского, Чехова, я изучаю самостоятельно. Мне нахуй не нужны эти институты, блядь. Не, как вообще объективно, вот, ну, люди оценивают, да, допустим, блядь. Вот, как вот, сука, толстяк на это, блядь, кастинг-директор или ассистент. Вот как он знает, какой человек актер, блядь. Дай ты, сука, текст, блядь. Уебище ты, сука, жирное, блядь. Сиди, сука, там, блядь. Пидорас, сука, ебаный, блядь. А потом, сука, берут, нахуй, у нас, блядь, две фамилии, нахуй, блядь. В России, блядь, они из фильма в фильм ходят, блядь. В главных ролях, блядь, там, блядь, Безухов, нахуй, блядь, и это, блядь, Бабенский, блядь, из фильма в фильм ходят, блядь. Больше нет никого, нахуй, блядь. Нахуй это каждый год в институты берут, учат 4 года. Нахуй не вообще нужны эти актеры. Закрыть надо, ну, пизду надо, блядь. Просто реально брать. Ну, короче, я за то, что, блядь...